Так, привет всем, дорогие зрители. Сегодня мы продолжаем знакомство с одной прикольной игрой. И нам сразу же везет, и мы нашли нож. Ух ты. Отлично. Теперь у нас есть хотя бы какое-то оружие в борьбе против зомби. Видео я называю туториал, потому что в этом видео хочу рассказать некоторые приколы, некоторые фишки этой игры. Кстати, сейчас вверху экрана, вверху в правом углу экрана должна появиться... Так, зомби куда-то идет, но явно не ко мне. Должна появиться карта. Карту я разместил здесь для самых ленивых. Кстати, что это такое? Ух ты! Это, по-моему, если я так понял... А, нет, это... Обычная ерунда. Ну, ладно. Чтобы хоть не бегать голым. Так. Я думал, я уже разнадеялся, что это какая-то броня. Потому что, кстати, находил я здесь броню. На воинской части я находил броню. Так, он один. А, их двое. Кстати... Кстати, нож тоже неплохое оружие с двух раз. Ну, не катана, конечно, которая делает это с одного раза. Кстати, а у меня скиллы прокачаны или нет? А, конечно. У меня все, черт. Не люблю я этих ползучек. Самые противные. Да черт. Гляньте, я вообще не могу по нему попасть. А может тебя вот так надо? Нет. Как же себя убито? Вот негодный. Гляньте, я вообще не могу ничего с ним сделать. Что, вручную будем его месить? Но вручную это долго. Так, еще остался один удар. Да. Блин, это же сколько нам пришлось уйти. Нет, все-таки нож это фигня. Нож годен только против тех врагов, которые ходят. Кстати, днем здесь есть еще и бегающие. На бегающих есть мантия. И это очень страшно. Так. Это нам не подходит. Кстати, уже вечереет. Вечером очень плохо проходить, очень плохо проходить. Потому что если у вас нет фонарика или чего-нибудь похожего... Так, это грязная фигня. Ее есть нельзя. Здесь нет ничего. Плохо. Вечером, если у вас нет фонарика, то, грубо говоря, вам не повезло. Потому что вам осталось недолго. Не помню, был я здесь или не был. Да, я здесь был. Так, в банке. Что может быть в банке? В банке можно найти оружие. Ну или какой-нибудь хлам, типа кока-колы, которую можно пить, к счастью. Кстати, есть какая-то коробочка. Apple Juice Box, ее тоже можно пить. Потому что здесь не написано, что на молде. Батарейки, но больше ничего. Это плохо. Куча машин моих, которые я... нечаянным образом уже успел угробить. И, блин, здесь бита. Вот, это то, чего... Так, стойте. Кстати, у кого Windows 8 и у кого не получается крафтить вещи, то вам на заметку. Крафтить вещи здесь нужно под движением. О, вот и фонарик. Но, блин, мне его уже некуда брать. Давайте выпьем тогда что-то. Так, equip. В общем, крафтить здесь таким образом, тем, кто играет в Counter-Strike, тем будет понятно. Делается это приблизительно как прострел с АВП, то есть быстро нажимаются правая и левая кнопки мыши. Кстати. А, это от нас осталось. Да, меня же здесь, по-моему, убили, и это, по-моему, от меня осталось. Если это осталось от меня... то, дорогие друзья, мне нужно срочно... Так, в какую сторону это получается? Мне нужно срочно в ту сторону. И знаете что, я сделаю это, наверное, вплавь.
или нет, или не буду делать. Ну, а конечно, она пустая. Здесь, по идее, должно быть штука 2 зомби. Так, что это? Понятно, это обычная этот световая ерунда. Ух ты. Здесь никого нет. Вот это новость. Блоу. О, это этот коктейль Молотова. Круто. Еще один фонарик. Больше здесь нет ничего. И, кстати, здесь больше нет никого. Так. No space. Сейчас будет space. Так. Это получается 4, да? Да. Сейчас у нас будет на 10% больше здоровья. Это морковка. Морковки и прочие овощи есть нельзя, потому что они заражены. Это тоже на заметку. Так, стойте, нужно выбраться куда-нибудь. Плохая штука. Хотя с двух раз бьет. Топор. Вот ползучая штука. Отлично. Возьмем топор. Вот с топором теперь веселее. Хотя он, по-моему, тоже бьет с двух раз. Да. Ух ты. Топор бьет с двух раз, и у меня уже 50%. Мы нашли арбалет. Мы нашли... Ух ты, да мы нашли кучу хороших вещей. Я даже не знаю, что выкинуть. Давайте нож выкинем, он нам все равно не надо. Правильно. Выкинем нож, возьмем арбалет. И интересно, у нас есть стрелы? Да, у нас есть одна стрела. У нас есть классный прицел. Да, вообще шикарно. Но пока что походим с битой, может быть, найдем еще что-то. В общем, почему я хочу... Одежка. Почему я хочу поплыть туда? Потому что я оставил там пистолет, я оставил там кучу классных вещей. Просто реально кучу классных вещей. Ой. Так, я уже примострился немножко. Стойте, 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 что это? А это каска. Я надеялся, что это рюкзак. Вот так вот. Не повезло. Вот, я нашел УЗИ. Нифига себе. Я нашел катану, да? Не, это мачете. Нет, мачете я брать не буду. Вот катана. Нет, это пила. Да что ж мне так не везет? Я так уже надеялся найти здесь что-то путевое, тут ничего вообще нету. Так, это молди. Это молди. Это есть нельзя. Так, может быть вверху что-то будет интересное. Надо залезть. Если здесь ничего не будет, то придется мне шуровать вплавь лук. Зачем нам лук? Нам лук не нужен. Так. Что ж, давайте поплывем на ту сторону. Нет, нам получается нужно вот туда. И давайте это сделаем. Ну, для того, чтобы вам было не скучно, я этот момент вырежу. Ну, а сам буду долго и нудно плыть. Знаете, дорогие друзья, решил я заплыть все-таки на этот остров, где у нас есть разбитый вертолет. Это ж он, по-моему, остров с вертолетом? Или я что-то перепутал? Нет, по-моему, это не остров с вертолетом. А, нет, это остров с вертолетом. Отлично. Может быть, здесь я еще что-нибудь найду полезное. Так, иди сюда. Ух ты. А этих... в бронежилете не так-то и легко. Кто, где? Где, кто? А, ползет еще. Так.
Вот черт, уже 30% здоровья. Дела мои плохи. Ну да ладно. Если мы найдем здесь... Черт. Рюкзак мы здесь не нашли, зато мы там нашли бинокль. Я его уже вижу. Здесь еще есть один непутевый. Их тут не один. Нет, их тут не один. Ой-ой-ой-ой. Ну, 10% это совсем уже не дело. Тут уже ископытится недалеко. Так, прицел, прицел. Патроны. Зачем нам патроны? Вот, витамины. Кстати, у меня уже вон там все трусится. Так, ну что, нам фонарик пока не надо. Да? Да, мы возьмем витамины. Временных. Хоть от радиации избавимся. И жаль, что здесь нет рюкзака. Стойте, а что я выкинул и почему... А, фонарик. Ладно, возьмем обратно. Так. Проще, наверное, отреспауниться. Потому что плыть уже до того, туда я, скорее всего, не доживу. Или нет, или доживу. Нет, знаете, все-таки я поплыву. Только мне надо туда. Ладно, немножко ускорим. Возьмем биту. И будем надеяться, что мне будет вести. Потому что там, если все круто, то там я найду свой рюкзак, который я выкинул, специально выкинул, для того, чтобы потом за ним прийти. Так, ну, поплыли. Для вас я опять этот момент вырезаю. Итак, мы добрались. Что ж, по идее, вот если пойти туда, то там должна быть ферма. Если верить карте. Сейчас давайте проверим, будет ли там ферма. Если там будет ферма... Нет, то не ферма. Так, стойте. Чё-то я вообще не пойму, где мы. Да. Здесь ферма. Значит, город там. Ну, не там, вон там. Оружие у нас есть. Ну, какое-никакое. Я думаю, дойти до туда нам его будет достаточно. И в том городе можно найти мою нычку, если она там осталась. Я буду искренне... Вон он, город. Я буду... искренне в это верить и надеяться, потому что там есть, по-моему, и аптечка, и можно будет заправиться. В общем, там есть все. И хоть бы это был тот город, это будет очень обидно, если я не туда пришел. Но нет, вроде бы по карте все верно. Вроде бы это тот город. Называется он Шарлеттаун. Черт, черт, черт. Сгинь. Уйди, противный. Сгинь. Да, по-моему, это тот большой город, где есть и заправка, и все. Или нет? Боже, боже, где, кто? Ненавижу ползучих. Терпеть не могу. Замечательно. Да, по-моему, вот эта автомастерская, и вот в этой автомастерской я заховал все.
Так. Не будем подпускать сильно близко. Почта. Есть кто-то совсем рядом. И черт, меня заметили. Нет, это не тот город. Черт возьми. У меня уже появились серьезные проблемы. Хотя нет, пожарник. Ух ты, что это? Я так медика долго убивал. Нет, пожарник есть, значит, мы там. Ну, это просто капец. У меня руки трусятся. Динер. Так, ну, по сути, в этот автомобиль можно сесть, но не сейчас. Сейчас мы добьем товарища морячка. Сгинь. Замечательно. Так, машина. В машине даже есть бензин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Милиционера задавили. Или нет? В общем, кого-то мы задавили, а кого-то нет. И их двое. Их трое. Их четверо. Чуть сам себя в угол не загнал. Уйди. Так. Кто где? Нет, пока никто. И это хорошо. Полис. Там я вижу. Ёлки-палки. Вот это лажа. И я появился опять черт знает где, да? Да или нет? Так, олень какой-то. Так, маленький остров. Боже. Хоть бы мне повезло. Хотя, наверное, это будет сильно круто, если мне повезет. Но мне, по-моему, повезло оказаться рядом с этим городом. И, кстати, хочу проверить, осталось ли там все-таки полностью весь мой багаж. Очень обидно, конечно, что меня так убили незаметно. Вообще, я сам расстроен. Да, хватит тебе. Ладно, пускай побегают за мной. Ой. Нет, стойте, это другой город. Это совсем не тот город. По-моему. Да, это вообще не тот город. Эй! Черт. У меня закончилась энергия. На удивление, я ничего себе не сломал. Это круто. Ладно, у меня есть коварный план. Давайте заманим их к тому автомобилю. Сядем в него, а потом будем бегать вокруг него и... Ой-ой-ой! И ждать, пока он взорвется. В прошлый раз у меня так срабатывало. Жаль, что это не тот город. Вау, здесь даже есть бензин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, когда автомобиль взрывается, то это очень плохо. Взрывается он очень сильно, и вы видели, насколько сильно.
Давайте нажмем Home. Не знаю опять, где мы появились. Если честно, я хотел бы появиться где-нибудь рядом с тем городом все-таки. Ну, не с этим, где только что произошел взрыв, а с другим. Так. И где это? Это там, получается, должен быть кемпинг. По-моему. А за кемпингом должен быть город. Что ж, давайте посмотрим, правильно я понял или нет. Но там один город есть. По-моему, это город Малташ. Поэтому где-то здесь... А, кемп... Нет, не знаю. В общем, давайте идти пока прямо. Оу, да. Оу, да. Это все-таки кемпинг. Здесь есть два автомобиля. И вот да, это круто. Только бы узнать, есть у него бензин. Ой-ой-ой. Да тут еще и куча бензина. Еще и машинки такие скоростные. Класс. Черт побери. Сколько вас здесь? Так, ладно. Раз, два. Три, четыре. Давайте что ли еще этих за собой погоним. Заставим погоняться. И будет круто, если здесь все-таки найдем рюкзак. Это будет вообще фантастика. Но по сути в кемпинге рюкзак должен быть. В всяком случае, я так думаю. Так, мы собрали за собой всех зомби. Я вижу фонарик там где-то есть. Нет, стойте, там есть еще один зомби. Ну да ладно. За ним мы вернемся потом. Только вперед, только хардкор. Там никого нету. Ха-ха. Мы привлекли внимание. Готов. Никого больше нет? Отлично. Черт. Харкал. Чего теперь я не могу сесть в автомобиль? Не-н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 е. Так делать не надо. Сами виноваты, я сигналил. Так. Это ненужный хлам. Ну, точнее, это нужно, если вы решили обосноваться где-нибудь здесь. Кирка, классная штука. Ей можно разбивать кирпичи. Кстати, есть дровишки, но дровами пользоваться нельзя. В общем, может быть, здесь где-то будет какой-то кирпич, который можно разбить. Но, к сожалению, такое разбивать нельзя. Это жаль. Очень жаль. Так, есть оружие. Но оружие нам не понадобится, у нас есть кирка. Это самое крутое оружие. Еще есть... Теперь у нас есть еще и топор. Теперь нам вообще ничего не страшно. Так, есть одежда. Давайте, кстати, нарядимся. Equip. Отлично. Вот нам наконец-то повезло по-крупному. Очень по-крупному. Так. Ух ты, тут даже штанишки для нас. Вообще шикарно. Опа. Вот мы мужик какой красивый. Так, есть у нас штука. Давайте мы survival себе увеличим. Мы теперь стали живучей. Есть еще одна кирка. Кстати, я ее не заметил изначально. Морковка. Так, ну отлично. Мы пока есть и пить не хотим. Значит, все замечательно. Давайте глянем, сколько здесь у нас есть бензина. А здесь у нас пусто. Ну, дорогие друзья, так бывает. Что ж, мы в кемпинге. То есть, чтобы попасть в город, нам нужно выехать отсюда. Повернуть на... А куда нам надо повернуть? Налево. И, короче, все будет очень круто.
И я думаю, 12% бензина это как раз то, что надо. Нам хватит для всего. И для того, чтобы задавить этого зомби, и этого зомби, и еще нескольких зомби. Ой-ой-ой. А действительно, машинка-то резкая. Жаль, что тут нельзя ездить на катам. Было бы вообще фантастика. Так, и где-то здесь должен быть поворот. Крутой поворот. Так. Черт, черт, черт. Вот, мы не успели заехать, как уже собрали кучу зрителей. Жесть. Да мы мега популярны. Отлично. Так. А, стойте, у нас же есть оружие. Тю. Сейчас все будет. Сейчас тут можно месить всех в хлам. Но может тут что и будет? Коробочка? А ее нельзя подобрать. Стойте, стойте, стойте. Что это? А, тю, это фонарь. Ну что ж, здесь, в принципе, можно будет и обосноваться. Эй, ты, пожарник, хоть сюда. Сейчас мы проверим кирку. Ух ты, с двух раз. Шикарно. Так, раз. Отлично. Firehouse. Кто где? Ты кто? Эй! Как тебя? Так, 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 так. Вот, это в прошлый раз меня там убили. Вот это получается. Так, полис. Иди сюда, дорогой. Черт, а где я оставил все свое барахло? Вот черт. Здесь есть только канистра. Но отлично, мы сможем заправить наш автомобиль. Это очень круто. Но жаль, что здесь не осталось совсем вообще ничего из того, что у меня было. А было у меня, дорогие друзья, много всего. Кто, где? Ладно, давайте что ли заправим наш автомобиль. Я так подразумеваю, что у нас есть абсолютно все. Так. Если я правильно увидел, это еще одна канистра. И она тоже полная. Отлично. Может быть, где-то здесь мы все-таки найдем рюкзак. А что это такое? Фрути пан? Ой, фрайн пан? А, no space. Ну, конечно, no space. У меня же нет рюкзака. И, блин, если честно, мне просто необходим рюкзак. Так. Вот эта штука. Тоже no space. О. Нет, ну, в принципе, у нас 90% здоровья. Значит, все отлично. Где же может быть рюкзак? Может быть здесь? Фонарик. Куча испорченной еды. Ничего. Микроволновка в ванной. Это вообще оригинально. Ой, стойте. А, шмотки. Стойте, а мы одеты? Да, мы одеты. Тогда нам не нужны шмотки. Нам нужен рюкзак. И знаете, вот это, кстати, очень обидно, когда у вас ничего не сохраняется.
Очень обидно. Было столько всего, столько всего. А, кстати, мы здесь были? Ладно, давайте замочим здесь всех зомби. Со зла. Так, стойте, что-то их сильно много. Кстати, вот... Вот тот зомби, который сейчас бежит с... и руки делает назад, он умеет бегать. Поэтому от него не так-то уж и просто убежать. Его нужно сразу валить. Вот, да, все мои шмотки, которые остались с прошлого респауна. Так, дубинка. Ух ты. Здесь есть автомат. Так, что-то для него. Это не для него. Интересно. Давайте мы, наверное, пока что оставим... Ладно, пускай это пока... Или выкинем. Давайте мы ее выкинем. Так, возьмем автомат. Sorry, cannot lift. Почему? А, наверное, сильно тяжело. Дроп. И... Да, теперь у нас... Он может поднять. Он у нас был сильно перегружен. Стойте, где он? Вот. У нас даже 29 патронов. А, стойте, режим сейфти. Отлично. Ой, а этого я ползучего-то и не заметил. Отлично. Собрали все хедшоты. Если бы здесь за хедшоты давали еще и баллы. Ич, нельзя запрыгнуть. Так, здесь мы были. Эх, как жаль, что здесь ничего нет. Ну что ж. В принципе, мы уже научились выживать здесь, в этих зверских диких условиях. Вот мне интересно, где бы сейчас найти мне... броню. Кстати, броня здесь делится на два вида. Она есть милицейская. Еще одна бочка. Ух ты, вот это засранец. Со своими закорульками. Молоток. Даже это не молоток, это кувалда целая. Так, там я вижу болты. Убили. Вот эту машину я потерял, можно так сказать. Ну, машина просто сильно резкая была. Так, что-то там валяется. И что это? Кот. Угу. Это эти. Прядь. Круто. Из нее, наверное, можно сделать одежду. Но об этом позже. Давайте заправим наш автомобиль. Cars can, cannot lift. Даже не знаю, что можно выбросить. Кирка хорошая штука. Давайте выбросим топор. Мы подняли. Кстати, вот самое что интересное, когда у нас есть рюкзак, у нас в рюкзаке столько всякой ерунды, и мы ее можем тянуть. А здесь, казалось бы, всего-то навсего. Ну да ладно. Где наш автомобиль? Боже, сколько здесь интересных вещей. Давайте наденем эту штуку на себя. Ой. Equip. Оденем. Теперь мы мачо. Мы просто крутой. Эй. Да, вообще класс. Так, где наш автомобиль вообще? Я что-то забыл, где я его ставил. На радостях. Так, топор наш. А, вон наш автомобиль. Так, я здесь везде вообще обходил, да? По-моему, я здесь везде обошел все. Сейчас мы заправим его. Так.
как заправлять автомобиль прямо от... О боже, я на бензоколонке. F. Может на нем тоже как-то Т нажать можно, нет? Хм. Ух ты, еще одна. Cannot lift. Ладно. Так. Где у нас 2? Значит, 2. Отлично. Equip. Залили. Теперь 2. Залили. О, нет. Не залили. 2. Заправили. 2. Пополнили. 2. Заправили. И последний раз. Все, теперь у нас полный бак. Ну и возьмем еще немножко. Да, у нас 100%. Отлично. Так, где мы есть? Это конец города. То есть нам нужно выехать обратно на трассу. И. А куда поехать дальше-то? Хм. Даже не знаю. А давайте-ка мы теперь повернем направо и поедем... Ой. Где наш автомобиль? И поедем на еще один кемпинг. Может, там мы найдем рюкзак. С рюкзаком станет жить легче. Ну, во всяком случае, в теории. Где-то я читал в комментариях, что кто-то отозвался от игры следующим образом. Что для многих игра закончится на поиске рюкзака, оружия и отстреле зомби. Честно говоря, не знаю. Например, для меня это, наверное, одна из тех игр, которая долго не будет надоедать. И действительно, игрушка весьма интересная, хоть и вообще графика отсутствует. Хотел сказать, как-то это покрасивее, но не получилось. Хоть и графика... Так, стойте. Мы приехали еще в какой-то город. Я забыл повернуть. Так, ну ладно, мы припарковали автомобиль, давайте походим. Или стойте, это мы отсюда сбежали, по-моему. Или нет, или мы сюда еще не приходили. Так, ствол. Вот знаете, что прискорбно, когда кто-то подпрыгивает, то, ну точнее, когда вы прыгаете, то происходит очень интересная штука. У вас пропадает оружие. Ну, то есть оно прячется в инвентарь. И, честно говоря, это немного бесит. Так, здесь никого нет, кто хочет меня убить? Нет, нет никого. Волшебная мантия. Кстати, волшебная мантия, она добавляет вам скорость. Это так, на заметку. Проверено, если что. Проверял сам лично. Так, патроны. Патроны нам не нужны. Катана. Вот ее-то мы и возьмем. Вот теперь-то мы заживем. Кстати, что у нас там со скиллами? Вот, давайте мы еще здесь прокачаем. Здесь прокачаем и здесь прокачаем. Все, теперь нам никто не страшен. И об... О, нет, да, я нашел рюкзак. Sorry, no space. Сейчас мы тебя выкинем. Теперь мы тебя подберем. Теперь мы тебя наденем. Жаль, что это маленький рюкзачок, совсем маленький рюкзачок. Но, тем не менее, теперь мы можем хотя бы сколько-то взять. Это получается, вот, школьный рюкзак, он чуть побольше берет. Давайте школьный рюкзак оденем. Он, по-моему, чуть побольше. Да, он намного больше. Отлично. Так, знаете что? Я хочу передвинуть это сюда. Потом кирку мы сюда. Это мы сюда. Да, как-то так. Отлично. Теперь мы полностью экипированы. Теперь можно делать абсолютно что захотите. Теперь даже можно поехать на воинскую часть. Так что, в принципе,
У нас есть все. Для того, чтобы работала кнопка Home и у вас сохранялись все ваши прибамбасы, вам нужно найти дом, залезть в него. Кстати, не знаю, зачем я подбирал эту штуку. Залезть в дом, построить там кровать. Кровать, можно найти, но искать придется очень долго и играть придется тоже очень долго. Я один раз нашел кровать на воинской базе, на одной из вышек. Построил там, и, в общем, у меня все сохранялось. Ну что ж, в принципе, мы полностью экипированы. У нас 80% здоровья. Конечно, хотим есть и пить, но, в принципе, теперь найти это легко, и теперь это можно даже носить с собой. Кстати, перекусить мы можем и сейчас. Точнее, нет, попить можем прямо сейчас. В принципе, туториал по выживанию заканчивается. Что ж, сегодня вечером можно будет наблюдать, как я буду играть в кооператив. Если все, конечно, будет нормально и все хорошо сложится. Так что на этом туториал по выживанию в синглплее я заканчиваю. И сегодня вечером мы посмотрим туториал по выживанию кооперативно. Что ж, до скорых встреч, а точнее до вечера. Пока.